плане того, что письма эти нельзя отличить от настоящих. Подделывают все и всех, начиная писем от Центробанка, начиная писем от каких-то правительственных организаций, да, настолько они неотличимы от оригиналов, что порой даже сотрудники этих ведомств, если им показываешь фишинговое письмо от злоумышленника, да, и настоящее подписанное письмо, допустим, там, от их дирекции, не могут понять, где какое. Вот. Соответственно, преступники сейчас, кибермошенники, максимально правдоподобно стараются историю с фишингом, так скажем, показать. Да?